Всем привет, ребята! С вами Витёк, и я тут сижу на пляже в Сабнатике, наблюдаю это гигантское сооружение инопланетян. Точнее говоря, я, получается, инопланетянин же здесь, а это сооружение тех, кто жил здесь. В общем, как помните, мы побывали вот в этом здании бомбическом огромном. И теперь, как говорится, у нас с вами все шансы есть... Еще исследовать остров. Там какая-то гигантская дыра была, плюс я еще на ту сторону острова не ходил. Как я и обещал, в конце прошлой серии я закончил ее внутри этого здания гигантского. Но... Так, батарейка мне понадобится еще. Так, давай-ка мы все сольем, пока все, что есть тут у нас. Все, что мы тут собрали. Все это нам пригодится, возможно. Да, наверное. Так вот, значит, я пришел, покушал, наелся тут вдоволь, да и, собственно, починил мотылек свой. Поэтому побежали, наверное, начнем с той стороны острова. Посмотрим, что там нас ждет. Наверняка там опять крабы какие-то будут. Ну, собственно, обыкновенный пляж, судя по всему. Да, здесь ничего интересного нет. Так, пошли дальше сходим. Есть тропинка какая-то непонятная. О, еще какая-то пещера. Ага, и здесь. Ну-ка, ой, фонарь. Ты мне нужен. О-о-о! Нифига себе здесь пещера. Ух ты! А, это птица. О, господи, нифига себе, дыра какая-то в бездну. О-о-о! Круто. Можно хорошо упасть на шипы. А, можно в воду. Так, а что здесь? Зачем он во время бега убирает фонарик, ребят? О, смотрите, там что-то есть наверху. Так, это у меня второй вход, который я сначала увидел. Ну-ка, полезли, что здесь у нас? Ой-ой-ой, краб, уходим. Слушай, тут... О, там еще одна дорога куда-то наверх. Еще выше. Обожаю. О! Скрижали-то, как там ее? Во! Это мне точно пригодится, ребят. Это мне точно пригодится куда-нибудь приложить, чтобы что-нибудь включить и отключить. Что за грибы? Ой, что такое? О, лития кусок. Пятнистый погремок. А, боже! Черт, побери тебя. На тебе, тварь. Уйди вон. Прыгать оно на меня еще будет. А? А? Кто тут главный? Ух ты, кусает, да? Кусать, да? Где ты? Пугался, что ли, меня? Так, где-то он там за... А, вон он на потолке. На! Падла, в лицо прям. Все, на, гад. Завалил его. Пятнистый погремок, ребят. Розово-чепец. Жесть какая. Мне сказали, нужно брать каждого вида, каждой твари по паре, потому что ты когда берешь, у тебя открывается тогда... О, боже мой, что открывается-то? Второе дыхание, можно сказать, открывается. Рецепты у тебя открываются, которые, в которых состоит эта фигня, которую ты подобрал. Слушайте, здесь куча суланца. Офигеть. Да я сейчас отсюда заряженный по полной программе приду, ты пос... Блин, там этих чучел немерено. Жесть, какой этот вулкан бесконечный какой-то. Это же вулкан, да? А это куда дорога? Мамочки, сколько здесь изрыто всего. А, вот смотри, я правильно пришел, ребят. Пурпурная скрижаль. А, так можно было сразу сюда подняться. Ёлки-палки, а я тут ходил... Так, вот здесь было очень много всего вкусного. Литий. Литий. Стоп. Еще, еще. Боже мой, сколько здесь добра. Я, у меня глаза разбегаются. О, все, я как знал, нужно перезарядить. Перезаряжаю. Помните, как мы со Стасом снимали? Так. Литий.
А здесь могут быть алмазии. Но нет, здесь литий. Зачем мне столько лития? Батарейки делать медные. О, алмазий! Медно-никелевые. Еще алмазий. Хорош! Я куда-то там нырял. Боже мой. Тут здесь бесконечное количество добра. Я теперь знаю, ребят, если мне понадобятся алмазы, литий и прочая нечисть, которая падает вот в этих вот магнетитах и хренитах, надо будет идти сюда и все. Давай сначала здесь проверим. Сверху-то он точно кончается, остров где-то. Это внизу он может быть бесконечный. Еще алмаз. Ёп. У меня, наверное, инвентарь сейчас кончится. А здесь еще ворота, смотрите. Но. Все, вальнул его. Безжалостно просто. Сейчас мы исследуем их тоже. Ставить ионный куб? И что, не заработают? Че это? Оно со мной разговаривает. А туда можно заходить? А там что? О! Куда-то вниз. Ладно, туда я не пойду. Ну чё, в портал? Нифига себе, кило 300! Меня куда-то телепортнуло в какую-то пещеру. Офигеть! Жесть какая! Что здесь? Что это за место? Где я нахожусь? Погоди. Я на уровне земли нахожусь где-то. Потому что эти штуки не на уровне моего взгляда. Ёлы-пал, здесь еще и порталы есть в этой игре. Я не удивлюсь, если это какая-то закрытая штука, с которой выйти нельзя только через портал. Может, и какое-то священное место, я не знаю, изучить можно? Нет, нельзя. О, классно. О, нет, там выход какой-то есть. Сгоняем, посмотрим, что это такое. Где я хоть нахожусь? Ёлки-палки, здесь еще какие-то джунгли. Ты посмотри, как классно все выглядит, а, джунгляхи. Воу, что это за дерево такое крутое? Почему небо, а почему оно синим светится? Хорош, это зад. Это задний... Зарегистрируем многочисленные энергетические сигнатуры на поверхности острова. Че, пора бежать? Это же задница Авроры, соответственно, я слышу... Я реально перенесся на кило 300. Че здесь за сигнатуры такие? Я тащусь просто, воксельный кустик. Нормально. Вы не представляете, во мне сейчас бурлит просто какое-то счастье. Чаша Яфо. Наземный гриб встречается так. Розовый черепец, вероятно, спор несъедобен. Переносчик спор, воксельный кустик. Исключительно на земле растет. Небесный скат. Кормится. Так, оценка присутствия может указывать на сушу неподалеку. Окей. Музыка такая прикольненькая. Магнетит. Хорошо. Темнеет. А здесь есть что покушать? В принципе, я могу бесконечно здесь существовать во всех этих джунглях. Корзиночник. Еще какой-то гриб.
Корзиночник. Так, наземное растение оранжевого цвета, которое обычно содержит густую богатую белком тину у основания. Может, хищный образ жизни. Личинки насекомых привлекаются яркими лепестками. Так, понятно. А потом перевариваются. Оп, потемнело, пока я читал. Что тут еще интересно? Смотри, какие прикольные цветы. Вот это красные такие. Ощущение, как будто сейчас сожрать меня хотят. Ну, теоретически я ночь переживу. Я только беспокоюсь, у меня батарейки в фонаре. А, нет, смотри, здесь тоже луковое дерево есть. Нормально живем. Инвентарь полон, елки-палки. Как я быстро инвентарь-то забиваю. Вот это можно выкинуть, я думаю. Оно нам не понадобится. Литий я нахапал вообще немерено. Мне что-то интересное здесь надо на этом острове найти. Наверняка ведь. Не просто ж так я сюда попал. Она тем более сказала, где какие-то сигнатуры энергетические в огромном количестве. Может, вот эти деревья светящиеся, это они и есть сигнатуры эти. Пошли по дорожке. Я тащусь с этих видов, ребят. Я просто тащусь с того, как это все выглядит. Настолько эротично. Ну, по крайней мере, я пока не вижу, что здесь такого есть вообще на этом острове. Что здесь... А, это мое жилище там паникует. Чё-то я должен здесь найти, а чё я пока не вижу. Ну сюда, наверное, можно будет приплыть в любом случае в другой раз. А вот, смотри, ещё какая-то пальма. Растение мин. Хе, интересно. Сейчас почитаем, кто ты. А, так, жизнестойкий вид, который растет на суше. Возоподобный ствол защищает корневую систему от хищничества и самовосстанавливается с течением времени, что объясняет характерные трещины по бокам. И что, тебя можно жрать-то? Выбросить? Нет, его жрать нельзя. Окей. Ну что-то около побережья должно быть. Потому что на горах ничего нет толком. Так, а вот щель какая-то. Я тут что ли вылез? Ну-ка давай. На ту часть острова пройдем. О-о-о! Жесть! Восторг! А как она два раза в одно... Что это такое? Ребят, там что-то есть. Там что-то есть на той горе. Какой-то шарик. Надо туда забраться, посмотреть. А вон еще, смотри, такая штука. Она здесь нет? Какие-то странные звуки. Это ветер, что ли, просто? Так, мне уже страшно, погоди. Что это такое? Ящик? Это что, человеческое? Стазис-винтовка какая-то. Ну-ка, берем. Эта винтовка очень похожа на ту, которую я видел у инопланетян в закромах. Что это? Какой-то древний бункер, переборка. Что это такое? Кто-то чавкает у меня над левым ухом. Чертежи, переборка. Где? Снаряжение. Так, стазис винтовка. Замедление быстро движущихся механизмов, вроде вентиляционных ремней для упрощения. Так, так, так. Нейтрализация организмов в исследовательских целях. Передвижение в опасных местах путем замораживания потенциальных угроз. Переборка это, видимо, в этом какого строительстве потом применять будет. Прожектор. Опа. Еще кусочек стазис винтовочки. А, все, новый чертеж. Что, надо заходить?
А там что такое? Обсерватория! Давай, давай, работай! Нифига себе, это, то есть получается, здесь люди уже были до того, как наш корабль приехал. О! Дерево. КПК. Журнал брата Торгала. Первый раз за многие месяцы я вижу солнечный свет. Все это время, проведенное в глубине, я мечтал о нем. А теперь, когда я снова здесь, им сложно наслаждаться в одиночку. Отец был прав, нам не следовало уходить. Мы не должны были заходить так глубоко. Мы не нужны им там внизу. Как бы я ни старался, болезнь усиливается. Видение становится все хуже. Маргарет и отец стали частью экосистемы этой невероятной планеты. Утешает то, что когда я умру, я присоединюсь к ним. А до тех пор... Что ж, отсюда прекрасный вид. Здесь кто-то давным-давно жил! Что это за дерево? Папоротниковая пальма, боже мой. Это дерево можно есть наверняка. Ну-ка посмотрим. Употребить фрукт в форме фонаря. Съедобный. Хорош. А я могу посадить этот фрукт у себя где-нибудь? Наверняка. Круто. Так. Слушай, мне уже нужно как минимум две ходки сделать. 10 фрукты надо собрать. Хорошо, а что будет на той обсерватории? Здесь получается... Сколько? Если это третье письмо было, значит, должно быть три обсерватории. Я вижу только две. Не упасть бы. Странные звуки. Так, пошли к той обсерватории. А, вон еще одна. Все, я нашел три обсерватории, ребят. Сейчас мы почитаем, что здесь произошло с ними. Надеюсь, за этот день мы успеем это сделать. Так. Ну, давай сначала сюда, наверное. Круто. Здесь какой-то оползень был, судя по всему. Опять жуки, плунцы, стади с винтовкой. А я же уже все, да? Да. Опять стади с винтовкой. Опа, на. Крижаль. Ах ты ж. Гадство нафиг. Гад. Убежал. Так, ну я не могу читать и с ними сражаться одновременно. О, я могу что-то исследовать. Многоцелевая комната. О, она-то мне не нужна. Тихо. Это та самая большая комната, я правильно понимаю, да? Что-то я еще могу исследовать. Живая стена. А, четвертый. Голосовой журнал The Gazi номер 4. Сейчас почитаем, ребят. Нужно только с этими чуваками разобраться, а то они мне не мешают. И это что? Фига себе, как так прыгнул-то? Китайский картофель, нифига себе. Мраморная дыня. Да здесь вообще, тут такое ощущение, что люди уже были давным-давно, они тут уже обитают, эти люди. Так, титан сразу скидываем. Нафига мне эти лампионы, если здесь есть китайские картофели и прочее-прочее. Наружная грядка. Оу. Пол, что это за штука? Я не знаю. Я нашла ее снаружи в песке. Так, часть другого корабля? Таких я прежде не видела. Она даже не поцарапана. Не играйся с ней, она может быть ценной. Расслабься, шеф. Если бы она должна была рассыпаться в пыль, она бы рассыпалась еще тогда, когда я только подобрала ее. Оно светится. Мы не первые люди, которые пришли на эту планету.
Люди? Возможно. Возможно, пришельцы. По мне так хоть те чертовы морские чудовища. Одно можно сказать точно. Мы ничего не узнаем, оставаясь здесь. Окей. А вот здесь что-то есть. Так, здесь забраться точно можно. Что тут у нас? О, батарейка пригодится. Кстати, у меня там водичка была, надо водички попить. Кстати, батарейку плохую можно выкинуть. Так, новый КПК. Дегази номер 2. Сын, я сказал, подожди, пока стихнет буря. Твоя жизнь ценнее для меня, чем какая-то грядка с травой. Ты больше не командуешь с тех пор, как корабль, где ты был капитаном, затонул. Я перестану командовать тогда, когда ты начнешь заботиться о себе сам. Слушайте, шеф, шеф! Что? Вы знаете, как осушить те грядки от 40 тонн ливневых вод? Или как наколдовать еду из воздуха? Я знаю, как расставить приоритеты. Я лишь хочу сказать, что... Чего же сегодня стоит для вас жизнь сына, если завтра вы будете так же гладны, что начнете размышлять, каков он на вкус? Позвольте ему заняться растениями. Сын, пойди займись растениями. Еще раз вмешаетесь в дела моей семьи, и я оставлю вас здесь, когда прибудет спасательная команда. Вы меня поняли? Помощь не придет, шеф. Вовремя не придет, и оставаться здесь тоже нельзя. Этот дождь продолжает идти, и рано или поздно это место будет затоплено. Наш единственный выбор — это затопит ли нас вместе с ним. Что-то как-то странный перевод какой-то. Не выбор. Опция, наверное. Еще один КПК. Журнал Пола. Так, номер один. О, большой журнал. Журнал шефа 5 недель после крушения. Единственные выжившие, кроме меня, это мой сын Барт и Мейда. Недорогая наемница, которую я нанял для этого путешествия. Спустя несколько суток, проведенных в спасательной капсуле, под стук дождя по крыше, погода прояснилась и нас вынесло сюда. Я отправил Мейду собирать обломки Дегази, а Барта искать стабильный источник пропитания. Его образование окупает себя быстрее, чем я ожидал. Единственная наша проблема — это Мейда. Она утверждает, что погода изменится. По мне, так она ищет повод рискнуть нашими жизнями. Складывается впечатление, что она никогда не оставалась больше, чем на неделю без физического конфликта. И теперь ищет драки. Каждое ее суждение строится на том, что все пойдет от плохого к худшему. Если бы у нее был мой опыт, то она бы поверила мне. Люди тысячелетиями специализировались на том, чтобы обуздать природу. Эта планета не создаст нам никаких новых проблем. Наша единственная цель теперь — остаться в живых. С как можно большим комфортом, пока страховая компания не организует спасательную экспедицию. В этой части космоса это может занять месяцы или даже годы. Я так понимаю, вы их не спасли, да? Так, что у нас наверху? Ну, просто поглазеть можно, да? Прикольно. Так, ну что? Вроде бы здесь все, да? Ну, пошли теперь на ту станцию залезем. Ну что, здесь будут тараканы эти бегающие? Так. Композитный горшок. Вот так вот. Приспособили дюзы. Ага. Еще один КПК. Самый главный, я так понимаю. Самый первый. Так, китайский картофель. Что-то как-то я убежал. Где? Во. Этот остров просто находка. Выгляни в окно. Здесь нет хищников. Есть свежая пища. Ни от стройматериалов, от корабля ничего не осталось. А малец говорит, что без дополнительных грядок мы будем голодать. Скажи, малец. Это так, отец. Естественная скорость роста слишком мала, чтобы поддержать нас. Все, что я говорю, это то, что океан нас окружил. Прятаться бесполезно. Рано или поздно нам придется намочить ноги. Быть может, раньше вся ваша жизнь проходила в драках, Мейда. Но я уже принял решение. Хотите лишиться вознаграждения за опасные условия только ради того, чтобы поплавать? Так дерзайте. Поверьте мне, я об этом думаю. Ну что, вроде бы все, да? Все, что хотели, мы здесь нашли на этом острове.
Теперь мне нужно до ночи, видимо, найти, как телепортнуться обратно. Здесь какой-то то ли грот, то ли что. А, и чтобы, наверное, на субмарине можно было сюда заплыть, да? О, смотрите, я вижу. Я что-то вижу. Я вижу КПК. Ну-ка, берем. Загруженный данный. Голосовой журнал с места встречи. Мы должны вернуться на борт Авроры. Починить дальнюю связь и связаться с другими выжившими. Не может быть, чтобы только мы двое выжили. Не такие приказы мне отдавал капитан, и вам я такого не приказывал. Дело не субординация, дело выживание. Чем больше нас будет, тем выше наши шансы выжить. Мои обязанности временного командира не включают заботу об их удобстве. Выйдите из воды. Если я попаду в неприятности, я пришлю вам свои координаты. Я не могу... Так, я не могу отпустить вас одну. Тогда идем со мной, вы не оставляете мне другого выбора. Очень экстренная передача от второго помощника Кина. 2 часа после последней активности. Встреча не удалась, я перехватил передачу из штаб-квартиры Альтеры. Похоже, что они отправили пакет данных на Аврору. Нас перехватил хищник класса Левиафан, прежде чем мы добрались до корабля. Считайте, что техдиректор и я пропали в море. Будьте осторожны, Кин, конец связи. Нехило. Это уже наши новые, получается. Это уже наши новые ребята тут засветились. Это не с Дегази, которые были. Окей, а что они тут делали? А, видимо, это место встречи, которое... Я понял. А, у меня же там это было задание куда-то там сплавать. И там бы я, наверное, узнал вот эти координаты, скорее всего, и приплыл бы на этот остров. Скорее всего, это так выглядело, да? Так, так, так. Хоп, хоп, хоп. Во, я вижу. Я вижу свечение КПК. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Так. Видите, шеф, вы привели нас на эту насквозь промокшую планету. Сказали, что мы получим солидный гонорар. И что мы имеем теперь, спустя каких-то 6 недель? Погибший экипаж, жилище наполовину завалено. Еду смыло. Я полагаю, что лучше было бы предложить ответственные решения на кого-то с более обширным опытом битья людей по лицу, как у вас. Я знаю, достаточно для того, чтобы не делать ни плану. Что это? Что это? Что ты такое? Что это ты такое было? Мамочки, что это было? Со мной кто-то на связь выходил или что? Я не понял, или это глюны какие-то? О! Вот она со мной поговорила. What are you? Жесть, что это было? What are you? Круто. Так. Легко обсуждать мое решение. Так, мы уже придумали, мы берем все, что есть, можем уничтожить, спускаемся в пещеру, я разведал место. Пару сотен метров вниз, больше большие залежи металла. Как, по-вашему, мы будем там выживать? С открытым доступом к строевым материалам? По-королевски, черт побери. Пара очистных станций, биореактор, свежая рыба. Но, шеф, мы будем есть салат из морских водорослей и пить собственную мочу, если потребуется. Важно только одно. У вас есть предложение получше? Пишите координаты на мой КПК, я рассмотрю ваше предложение. Так, и где это? Где-то здесь, на острове? А, нет, это не здесь, где-то как-то вдалеке.
А как так они на 200 метров вниз написали, а сами где-то вдалеке оказались? На кило 200 отсюда. Они тоже в портал вошли, что ли? Что, как здесь живописно, а? Так, все, ладно, пошли все-таки искать наш портал, чтобы обратно телепортнуться, да? Где-то, где-то... Во! Во, вот сюда, ребята, портал. Отлично. Ура, мы не потерялись, ребят. Вот он! Интересно, а как они его не нашли? Точно вошел. Как они его не нашли, этот портал? Это было очень круто, на самом деле. Целое путешествие. Ладно. Круто, блин. Круто. Так. Так, ну здесь куча всего залутать еще есть, ребята. И я думаю, мне столько литий, наверное, не нужно. Я сейчас буду, наверное, собирать... Ну и золото, наверное, мне не нужно. Буду брать какие-нибудь там эти... рубины, алмазы. Офигеть, ты посмотри, сколько здесь этого сланца. Фух, ну мне же не нужно столько лития, действительно. Кто бы знал, а, что я буду литий так выкидывать. Вот алмазы, я думаю, нужны. Хотя, кто его знает. Из лития пласталевые слитки делать можно, да? Но там же не нужно бесконечное количество этого лития. Там нужно 2 лития на 1 пласталевый слиток. Если что, я знаю, где они у меня хранятся. Какой алмаз? Да что ты не берешься? А, инвентарь полон уже. Все, отлично. Так, ну мне кажется, пора тогда валить отсюда. Что здесь реально бесконечные какие-то туннели. О! А это, случайно, не тот выход, который... Нет, не тот. Какая-то дырка в сторону... Воды. Капсула. Пушка. Ну, можно, конечно, обплыть. Я боюсь упасть. Может быть, больно. Ой, черт. Будет больно. Ну, не так уж и больно. Йоу! Хабдыщ! Все, ладно, так. Ну, у меня в любом случае инвентарь уже полон. А, поэтому тут где-то ошиваться, наверное, нет смысла. Поеду, наверное, на базу. Попытаюсь... Я даже не знаю, что тут... Я такой в шоке нафиг. Я просто в шоке от того, что я здесь увидел. От того, что я здесь услышал. От того, что я здесь узнал. Поэтому я думаю, нужно сейчас прямиком на базу и... Просто сидеть и думать о том, что я все-таки здесь увидел. Фух. И добро пожаловать на борт. Так, где моя база-то? База-то где? А, она с той стороны. Какая с той стороны-то оказалась? Ну, поплыли. Поплыли, ребята, обратно. Возможно, жилище Дегази. Так, мы туда тоже сплаваем. Фух, жесть. Мама. А, здесь какие-то глубокие-глубокие глубины, и там какие-то рыбы плавали странные, которые мне жрали весь мой корпус, я точно помню. Да-да, вот здесь они плавали. Быстрее бы свалить отсюда. Так. Буль-буль-буль кораблики. А, вон они, вон они, вон она. Вот эта штука меня долбила. Корпус. О-о-о, круто. Ящик. Ту!
Мамочки, валим отсюда! Мне сказали, пошел ты вон! Нифига себе, прогнали. Упс. Оружь урчит кто-то, а? Фух, ребята, я прибыл. Это было просто незабываемое путешествие, честно. Я в шоке вообще. Насколько это круто все. Че это? Насколько это все было круто. Так, что тут у нас? Пусто, да? Ну чё, давай семена туда пока положим. Растить я их не собираюсь. Пурпурный скрижаль тоже сюда положим. Излишки лития тоже сюда положим. Ой, и кубик сюда положим. Так, одна батарея надо вернуть в этот. О, это я, знакомьтесь. Так, кто-то говорил, что нужно еще одну солнечную батарею воткнуть. Я не уверен, что у меня сейчас хватит стройматериалов на нее. Многоцелевая комната появилась. 6 титана, ребят. Обсерватория, эмалевое стекло. Нифига себе, где я столько возьму-то? Прожектор Пэрис Хилтон, наружная грядка. Да, кварц, титан, медяха. Все это нужно добывать. Ну, титан-то есть, конечно, но вот... А, у меня же еще вот здесь, да? Хранилище что-то. Я понапихал. Так. А, господи, это моя база. Ругается на меня. Давай здесь зелененькую штуку оставим. Так, энергии не хватает. Это потому что, наверное, вся эта штука работает, которая обследует тут все. Большой ящик с кварцем, ребят. Внутренние модули. О, шкаф. О, реально здоровый. Он реально гигантский просто. Вот это я понимаю, шкаф. Вот это шкаф. О, да, действительно, вот такие надо строить. В общем, что? Мне нужно, значит, сходить за огромным количеством слюды. Так, это мы что-то нашли, да? Закончить сканирование. Мне нужен кварц теперь. А как? А чё, и все? Так, а там нужно было еще что-то изготовить, же, чипсе какой-то нужно было. Микросхема, магнетит, плюс что-то еще. Сейчас я скрафчу себе эту штуку и смогу летать, прям собирать то, что мне нужно. Чип. Бомби. Это что такое? Улучшенное сканирование. Давай сделаем. О, я теперь смотри, я теперь вижу все кварцы. Так, а как его вставить? По-моему, вот сюда надо вставлять, да? Скорость сканирования. Оп. Круто. Во, сколько кварца вокруг. Ну, наконец, ребята, это работает у меня теперь. Хорош. Хорош, работает все. Боже мой, сколько я все могу строить теперь, а? Так, теперь нужна медная руда. Черт. На медяха где-то вот здесь была вся. Ну, в смысле, по карте, если смотреть. Сходим за кварцем? Давай сходим за кварцем, а? Соберу весь кварц сейчас, который есть. Ой, вот тут немерено, смотри, он прям рядом тут. А он прячется, оказывается, в траве, ты посмотри. Ну ты посмотри на него, а? Вот ты какой кварц. Сейчас мы тогда еще пару шкафов поставим этих стеклянных. О, здесь кварц-то немерено, а? Ну, я думаю, кварца нам пока хватит, да? А можно сразу отсюда входить? Взять дрон-камеру чуть. Как взять? Так, теперь давай медяху сделаем.
Так, чтобы медяху сделать, нам надо идти наверх. Слушай, этого кварца реально немерено вокруг. Давайте, делайте мне известняк, я пойду пару шкафов воткну. Сойдет, нормально. У меня ж тут этот перевалочный пункт просто. У-у-у, сколько кварца. Ту-ру-ту-ту-ту. Так. Так, ну еще одну нужно панельку сделать, но для этого нужна медяха. Ага, о, медяха уже появляется. Я поплыл. Я поплыл за медяхой. И все. Так. Ну теперь у меня база заэлектрифицирована по полной программе. Может быть, следует даже большую комнату сюда прикрутить. Кто-нибудь вот сюда. Я ее так долго ждал. Так хотел. Многоцелевая комната. Эй, черт, она опять как-то странно строится, да? Почему? Почему она не строится? О. Опять на втором этаже только. Ну давай построим здесь. Надеюсь, она не отвалится. О, какая она красивая. Благоразумно разделить пространство для работы и досуга, чтобы максимизировать производительность. Относительно к данному пространству, как к своему дому, но не забывайте, что оно им не является. О, ребята, сколько здесь шкафов можно воткнуть. Слушайте, а мы можем здесь еще один вход сделать и все, и не париться, да? И перенести все сюда. Ну-ка, как тут вход делать? Люк, я твой отец. О, смотри, красота-то какая, а? Давай оттуда люк сделаем, действительно. О, тут целый шлюз какой-то организовался. О, все. Теперь я могу прямо отсюда входить. Ее! Все. Так, энергии 150. Неплохо, кстати. Можно будет еще одну батарею поставить. И не париться вообще с электричеством. Мне, кстати, хватает на нее всего. Ну ладно. Хорошо, ребят. Я пока, наверное, закончу вот в этом огромном помещении. Вы же понимаете, что здесь можно все что угодно теперь натворить. И это круто. Что тут сказать-то? Да и ничего больше говорить не буду, вы сами все видели, если досмотрели до этого момента. Но наверняка уже лайк поставили, потому что действительно серия офигительная получилась. Я с открытой пачкой вот так сидел все это время, особенно начиная с портала и заканчивая, в общем, как я оттуда вышел. Надеюсь, вам понравилось. Лайки ставьте, подписывайтесь, комментируйте, писайте ссылочку на плейлист, группу ВКонтакте. Всем хорошего настроения и пока.